С десятилетием на посту мэра сегодня поздравил Владимира Ивланова и глава региона Александр Ткачев. В телеграмме губернатор Кубани отметил, что столица края переживает свое второе рождение. И это во многом заслуга нынешнего градоначальника. За это время вы ни разу не подвели, ни разу не заставили усомниться в своем профессионализме, преданности делу и искренней любви к Краснодару. Жители города видят ваши усилия, направленные на развитие города, ценят за личное, внимательное отношение к решению их насущных проблем, за тесное взаимодействие с общественностью, за открытость и готовность к диалогу. И это, убежден, самая главная оценка эффективности работы главы любого муниципалитета. О том, как изменилась жизнь в кубанской столице, говорят показатели. Краснодар постоянно занимает первые позиции в различных рейтингах. Южный город не раз признавался комфортным для жизни и ведения бизнеса. Краевой центр входит в число российских городов-лидеров по строительству жилья и обороту розничной торговли. Растут стабильные собственные доходы городского бюджета. За 10 лет они увеличились в 3 раза. Средняя заработная плата выросла с 7 до 35 тысяч рублей. В Южном федеральном округе Краснодар сегодня опережает другие города по большинству показателей социальной экономики. Развития. А вот как оценивают изменения сами краснодарцы? В «Авроре» парк открыли. Красивые очень фонтаны. Вообще замечательно. Я на роликах там катаюсь. Вот. Молодец, мэр! Город расцветает. Великолепный город. Все классно, все замечательно и все очень быстро. Некоторые граждане сетуют на то, что огромные бюджетные деньги уходят на озеленение. Но мне кажется, не жалко. Потому что город становится радостным, в нем приятно жить, приятно, комфортно и счастливо. Инфраструктура очень быстро развивается, даже новый трамвай 15-й появился не так давно. Строятся новостройки, я думаю, численность населения меняется, люди приезжают. С каждым разом приезжаем и любуемся. Сегодня специально приехали на Красный погулять, посмотреть. Здесь всегда красивые очень клумбы какие-то невероятные, поэтому все в лучшую сторону меняется, да, нам нравится.